Всем здравствуйте. Сегодня у нас что-то похолодало. Ночью пошел снежок, но потом уже оттаял. Уже перешли на летнее время. На час вперед. Время уже быстро летит. Еду в магазин. В Вавилон поеду. Светлана говорила, чтобы купить морковки, капусты, ну, что-то там подкупить. Да, сейчас поеду в магазин. Ветер сильный. Такой ветрюган. И тучи такие аж черные по всему небу. Светланка мне еще какую-то там кашу дала. Заеду там на рынок. Может, есть собачки. Накормлю их. Наши не хотят что-то кушать, каши. То те барбосы покушают. Они так бедные, голодные. Хотят кушать. Так, ворота. И помалу будем выезжать. Хорошо, что я щебенку насыпал. Уже намного лучше ездить. Даже когда дождь пошел, уже грязь даже не летит. Это ж было караул. Едешь и все во двор. Везешь всю щебенка. Все-таки никак не есть, а грязюки спасает. Уже купил, что надо, и буду ехать домой. Такой взял морковь, капусту. Что-то такое понабирал. Да будем ехать домой же. Чуть-чуть вкусняшки взял нашим карапузом. Так хотел пойти туда ближе к воде. Ну такой ветер сумасшедший. Неохота идти. Так продувает. А хотелось бы сходить, но не пойду. В другой раз. Надо будет уже тоже маму взять из дому, потому что она уже сидит. Пускай проедется по магазинам, ее поводить. Постоянно бедная во дворе ходит. В тот раз хотел ее взять, она говорит, то холодно, боится простудиться. Сегодня хотел брать, но ветер такой прохладный. Может, потеплеет, еще лучше будет, то тогда уже маму возьму с собой. Уже ехал домой и уже увидел эту подружку. Иди сюда, да? Иди, будешь кушать, иди. Иди. Кушай, не бойся. А что ты сегодня одна? Странно, что она сегодня одна. Обычно их две. А вот еще одна пришла, толстенькая такая. Но она не хочет корма есть. Мы сухой корм насыпал. Что-то она не хочет вообще кушать. А она такая полненькая. Уже старая, видно. Так, ешь. Что я вижу, что вы не голодные. Наелись уже. Ого. Сейчас пойду на рынок посмотрю. Сегодня воскресенье. О, еще один бежит. Вот этот раз там попущусь. Рынок маленький, обычно в субботу. Но посмотрим, что там есть. Это поприбегали, еще одна пришла. Это уже корм ест. Молодец. Сейчас тебе еще дам. Еще есть у меня корм. Пускай едят. На. На. Это уже у него забирает. А что ты забираешь у него?
На, я тебе дам. Не забирай его, на. Иди сюда, на. Иди сюда. Иди ешь. Пускай уже накушается. Я уже корм этого купил им, да пускай едят. Тоже бедные хотят. Это такой крупнее песик. Молодцы, накушаетесь. Водичка там у сторожа есть. Я не буду им водички наливать, у них там есть сторож. Он им водички наливает. Ну как быстро. Быстро вы, ребята, то все кушаете. Вот и все, накормил их. Теперь можно ехать домой. Я кусочек сала купил. Что-то захотелось сало. Не раз Светланка борщика сварит. И кусочек сала можно скушать. Такого белого купил. Вот эти копченые у них такое дорогое, что страх. Не знаю, что они так дорого. Цены подняли. Я купил беленького сальца. Что за хохол, если сало не ест? Это точно. Ну, в субботу хороший рынок, побольше, а сегодня уже меньше намного. Ну, это уже и время. Начало первого. Такой же рынок. Рынка уже почти нету. Может, с утра и был. Что они так машины поставили, я не пойму. На хорошей дороге поставили машины, а там, где яма, поставляли проезд. Ну что сделаешь. У меня еще там корма чуть-чуть осталось. В пакете тоже там. Возле себя уже дам и собачкам тоже. Уже вечером буду ехать тогда. Ну, здесь я вижу, они не голодные сильно. Потому что там есть охранник, и охранник тоже их подкармливает. Ну, все равно жалко. Пускай кушают. Велосипедом идет, не идет. Пьяный, не поймешь, или у него нога больная. Этот тоже сдает задом. Сегодня воскресенье. Все в магазин за покупками. Все там уже можно покупать каждый день, не знаю. Я там сильно много не купил, чуть-чуть. Такое кое-что подкупил, то и все. Ну, какая тетя едет на моторине. Ну, и то хорошо. Что-то купила сумочку-то и везет себе. Уже в руках не несет. Конечно ж. Намного лучше. Ну и прохладно, ветер такой. Приятный ветерок. Все-таки заехал возле нас, потому что смотрите, как они, бедные, мусорки роются. Господи, кушать то хотят. Тогда им покушать.
что там корм остался. Пускай кушают бедные. Я как раз себе сигареты куплю. А им покушать дам. Ну, залез бедный на мусорку и кушает. Пакеты разорвали. Ну, кушать-то хочется, конечно. Я приехал, и наших барбосов надо накормить. Но им там вкусняшки. Я там на рынке дал, кто возле нас все дал. А там один вообще бедный залез аж на мусорку, пакет разорвал. Я ему сухого корма насыпал. Не, он опять залез на мусорку и опять ел. Ну, наверное, потом съест. А, наши карапузы уже ждут. Да ты дай каждому, его сейчас позабирают. Ну, видишь, как ты дала. Ну, а Вильчик где съест? Да. Ну, Светлана. А Доля, смотри, Доля быстро съела. Все. Да. Там такие купил им. Майонеза купил. Твердые, да. Светланка. Да, мешки бумагу взял. Да, где туалетная бумага? Ой, мешки, это был трофей. Мыло взял, да, папа, для рук. Разве черная будет туалетная бумага? Это нам обязательно. У нас, кстати, не было уже, да? Ну, это что ты просил, это я взял. А это что такое? Да это я себе машину купил, мать. А, ну я поставлю в коридор. Не, машину оставлю мне здесь. Тут, да? Я поставлю в сарай. Был да. Потом мне. Там я есть. Не поняла. Что ж там? Там такие палочки желтые есть. Желтые, покажи. Не, там такие желтые я им купил. Желтые. Ты не поняла, какие. Там такие желтые твердые купил. Да, и пускай грызут. Ловили, не успокоиться. Да, каждому, да, и все. И дай Чарлику. О, это им надолго будет. Чарли, бери Чарли. Да он еще не пробовал такое. О, а теперь... Виля, папа сказал, что педали, а ты мне нос сбиваешь. Такая. Что с ней такое? Что ты купил? Купил это, да? Курятину взял. Надо взять тарелочку. Мама, дай ту тарелку такую. Угу. Светлане, чтобы она мясо положила. Был в Вавилоне, да? В Вавилоне был. Разъехал. Мост закрытый был, объезжал. А потом уже назад ехал, открыли. Так. Мясо. Морковочку надо будет на балкон вынести. Ну ты ж просила морковку. Да, морковки нету рано. Потом я тебя просила сахар, ванильный, распушитель, молодец. А дрожжей нет. Ну, дружи, мне там еще есть вроде бы. В магазине дрожжей нет. Люди берут же хлеб, кто-то некоторые пекут. Лука взял, Андрею чуть-чуть. Да. Много не брал. Хлеб. Хлеб такой свежий. Угу, молодец. Ну, вот это мы с удовольствием сейчас попробуем. Сало кусочек. Ну, сало я взял. Потом... На рынке как раз заехал. Капусту Андрей взял. О! Любимые косточки и опять курятина. У нас только курятина, мы все на курятине. Ну, Светлана, выбора такого нет в магазине. Будем курятину кушать, а что делать? Да, хорошо, хоть то есть. Другие люди и того не видят. Что не так, мама? А я как раз выключил отопление. Надо будет сегодня включить. Да там такой базар, что там. Та тетка одна стоит, и все. Оля, ты почему караулишь? Где твоя? Базара такого не было. Да вот ее палочка, да. А тут Долька. Она ждет, чтобы он разжевал. Доля, ты не обнагрел, у него там зубы больные, да? А Виля так само ждет. Да, я сама. Не, она ждет, чтобы он раскусил. Наглая до чертика вот этот. Виля, ты тоже сама. Не, у тебя есть зубки, сам зубками, давай. Чарлик молодец. О, Вилька пошел дразнить. Сейчас. Дразнить пошел. Куда драк? Не, ну у каждого есть. А ветер такой продувает, что страх. Так холодный. У кони вікна такого шелестить. Майонеза не было в магазине. Теперь уже майонез появился. Думаю, куплю. Бо не раз люблю. Майонез люблю борщик бросать. Супчик, борщ. Это что-то будет смазать. Вот, знаете. Ні, то мішки, мама, мусорні. Це великі мішки.
На 120 литров. Ну, нам как раз туда на улицу. На 160. Ну, те я больше взял на 160, чтобы колеса положить свои. Бо я ж уже поменял колеса, уже перезулся. Зимнюю уже резину снял, уже поставил летнюю. Надеюсь, что морозова не будет. Я думал, что то утро морозец, а то снежок. Не, то снег и на траве лежал. Но он быстро потом растал. Не-не, снежок маленький такой. Но як мороз, то сразу выходишь там, где вода для собак мы наливаем. Если вода замерзает, то уже значит мороз уже хороший. А так не замерз. Не замерз. Просто снежок полежал там полчаса. Ну, глянула, я еще так подивилася вечером, тут щось буде падать. Та бо тучи такі чорні всі були. То пленка пищевая. Пленка, що заматувати. Бо вона вже закончилася. Главное, чтобы при таком ветре свет не выключили. Главное, чтобы свет не выключили. Чтобы не оборвало нигде провода. Выкласться, чтобы... Майонез.